И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи сегодня с вами Альберт Вескер. И не пугайтесь, по сабнафтике у нас будет без вебки, сразу говорю. Да, знаю, многие говорят, надо с вебкой, но мы ее же начали без вебки. Давайте без вебки ее и закончим, я считаю. Как говорится, в каком формате начали, в таком и заканчиваем. И, как вы понимаете, это у нас обычное видео, то есть это не трансляция. И, соответственно, по традиции, которая есть на нашем канале, я сначала, прежде чем мы приступим к сегодняшней тематике, а сегодня мы как бы обычно занимаемся чем? Изучаем уже шаблоны. Ой, моя рыбка, моя рыбочка, моя красавица, плаваешь здесь, да? Плавает, скачет, кого-то сожрала там. В общем, и сегодня мы зачитываем все ваши комментарии, которые были за все вот это время, вот что мы здесь на канале находимся. Ребят, сразу скажу, большая часть комментариев почему-то на стриме, ну не на стриме, а на под всеми видео пропала. С чем это связано, я без понятия. Вообще без понятия, я не знаю, с чем это связано, но почему-то это происходит. Поэтому вот все, что вот есть в приложении у меня в творческой студии, то, что у меня отобразилось, то, что у меня зафиксировалось, я это сейчас озвучу. А там уже мы с вами как-то вот будем, ну, дальше выживать. Посмотрим. Итак, во-первых, к нашей новой видеокамере. Что написали? Кэндидю пишет: я так рад, что ты наконец-то купил камеру, которая по качеству не очень плохая, но не забывай и учитывай то, что обязательно нужен свет, и причем хороший, правильно выставленный свет. Достаточное его количество убирает этот шум и увеличивает детализацию, ну и поищи драйвера или же настрой камеру на подавление шума. Ну, с драйверами нам не нужно, а вот со светом вы уже знаете, мы разобрались. Фентра 32 пишет: мне обидно, что человек старается делать отличные видео, а его видео почти никто не смотрит. Фентра, да не переживай, все со временем придет. Главный опыт, как я тебе написал. Опять же, это вот к нашему видео по веб-камере. А теперь начинается самое большое такое, сказать, зачитка комментариев, которые были сначала у нас по лампе. Да, ребят, я сначала, если вам интересна уже сама сабнафтика, а не чтение комментариев, то рекомендую немножко промотать вперед. Я поставлю тайм-кодик в описании. А если кому интересно все-таки озвучивание комментариев, то давайте продолжим. Какой Пателла Галина Осипова пишет: какой ты красивый в реальной жизни. Спасибо. Спасибо. Это к обзору на нашу лампу, вот эту новенькую. И тут же, кстати, она вот пишет: да у тебя все еще впереди. А Кандидю заодно добавил ей: а то еще и картавит, был бы девушек, оторвал бы его с руками. Ребят, можно быть и не девушкой, попытаться меня оторвать с руками, если, как говорится, вы меня привлечете. Как вариант. Так, также Галина писала здесь: классная лампа. И Лунтик заодно, Биметрикс 777, написал в этом же видео: крутой светильник, прикольный обзор, жду еще. Да, у нас будет обзорчик на нашу, точнее, на мою гарнитуру. Я, скорее всего, буду записывать ее уже без этой флешки пятого Bluetooth, потому что она никак не хочет подключаться к ноутбуку. Ну, запишем, как запишем. Посмотрим, что из этого выйдет. Ой, далее, к нашему стриму по блендеру Владко написал комментарий. К сожалению, он у нас не полностью отобразился, ребят. Поэтому давайте я успел сделать скриншотик в свое время его. То есть комментарий вообще не был полностью отображен. Я не знаю, почему вот такое вот происходит, к сожалению. Вот не знаю, с чем это связано, но... Ой, что поделаешь, что поделаешь. Так, сейчас я найду его, минуточку. Так, вот. Сейчас откроем. Так. Где ты у нас, мистер Владко? Мистер Владко, где вы там у нас? Сейчас мы вас найдем. Так, вот, нашел.
Владко, значит, тогда написал. Ребят, вот его комментарий... Владко, если вы нас слышите, ваш комментарий, к сожалению, был исчез тогда из стрима по Blender. Если вы его удалили, то напишите, пожалуйста. Если нет, то, скорее всего, проблема с YouTube, нам нужно будет разбираться. Ну, точнее, мне в данном случае. Ну, я сейчас зачитаю его. Значит, в начале твоего пути отлично, не сдавайся, все будет четко. Хочу морально помочь тебе и поднять настрой. Иди дальше, не сдавайся. Сам нахожусь в депрессии 2 года, проблемы в жизни были. Если нужно что-то, наверное, ты имел в виду. Ну, к сожалению, не был уже на тот момент доступен вообще без комментариев. Вот только то, что было в уведомлениях, мне было доступно, к сожалению. Все, что остальное, вот когда пытаешься открыть, он прям пропадает. Я не знаю, что такое происходит. То же самое было с комментарием и версии 0.2. Он написал как раз тоже к этому стримчику. Здорово, крутой видосик. Удачи в карьере ютубера. Главное, не унывай. Вулкан. Замочек. Думаю, стоит сделать хорошее оформление. У меня вышел видос. Пак анимации для монтажа. Тебе он, думаю, нужен для видео. Ну, с оформлением канала, если вы имеете в виду общее оформление, я буду делать скоро баннер новенький, обновлять его. Возможно, даже сделаю либо стримчик, либо видео. Посмотрим. Ну, в каком формате я имею в виду. Я по-любому тут буду делать. Даже надо, наверное, сделать будет перерыв и сделать как раз таки именно заняться баннером. Я просто хочу сначала разобраться с размерами, какой он должен быть примерно. Разберемся и, может быть, дальше спокойненько заниматься монтажом. И анимацией полноценного формата. Итак, ну да, ну хотя в принципе у нас апгрейд, наш вот этот, как называется... Забыл название? Ой, да-да-да-да-да-да. Калори. Ну, не калори, а этот как вот... Апгрейд, ребрейдинг, да. Мы уже сделали свое время вот в том году, в 20-м, так что не вижу смысла спустя год делать новый ребрейдинг пока что. Разве только баннер обновим. Ну и то, скорее, это косметическое обновление будет. Давай, открывай. Открывай журнал. Все, молодец. Давай, Vital Signs Stabilizing. Обожрись, у нас полнорайзинг. Вот так вот. В принципе, кстати, пока здесь находимся, можно, наверное, тогда вот это все убрать. А смысл-то таскать с собой я не вижу. Пусть здесь пока лежит. Вот так вот. Давайте сразу сохранимся. А то я здесь пока вот... хожу, сижу. Как-то вот немножко проседает FPS. Подождите-ка, минуточку, народ. Да, по старой доброй привычке я настраиваю всю работу FPS. Забавно, да? Вот прям реально очень забавно. Наверное, у Steam жрет много, вот я смотрю. Ну-ка. О, получше стало. Стоило от Steam отключиться, как стало намного лучше. Так, что здесь у нас? О, ну, в принципе, у нас пока заряда еще хватает. Заряда хватает, ладно. Плюс у нас там еще теплоэнергостанция работает, но вдалеке, здесь. Так что хорошо. Давненько я сюда, кстати, не заходил, если уж на то пошло. Очень давно. Так, ладно. Давайте включим. И вот сюда пока сядем. О, как красота, посмотрите. Мне прямо нравится. Итак, чьи еще комментарии у нас были за это время? За это время нам также еще... много кто из вас написал, к примеру, сегодня, сегодня я напоминаю, я вот записываю это видео 30 июня, оно, скорее всего, выйдет 6 числа, ну, 6 июня, так что не обессудьте, народ, не переживайте. Я почему записываю сейчас, чтобы когда я вышел на работу, можно было больше сконцентрироваться на новых видео и на анимации, ну, планирую кое-что сделать, устроить, надеюсь, вы уже это будете наблюдать. А пока что вот в таком формате вот записываем. Надеюсь, вам это, ну, вас это устроит. Не переживайте, нагоним, наверстаем все комментарии. Это не страшно. Да, кстати, лайк, комментарий, подписка на канал в обязательном порядке. Далее, к анимации нашему коллабу написал Somi Legit Crusader. Он писал: This animation is epic. Эта анимация очень эпична. Но она почему-то тоже стала вот недоступна, к сожалению. Я не знаю, почему такое случилось.
Также к нашему первому видео к игре YouTuber Live нам Обзи написал: «Вау, просто бомба, видео мне очень понравилось». Далее Нубик ТВ написал: «Хай, видос, не могу слов подобрать короче. У меня тоже видос вышел, нужна твоя критика. Это очень важно, поэтому я жду именно тебя. Еще раз говорю, что видос классный. Удачи, увидимся. И огромная просьба, не сдавайся». Ну, сдаваться я не собираюсь. Спасибо за поддержку. Если по поводу видосика, ребят, если вам нужно оценить машиниму, то в группу критики и рецензии есть прямо раздел «Предлагайте свои машинимы», я туда заглядываю. Если вдруг я не отвечаю, ну, иногда бывает, что застрял где-то в работе, поэтому тогда можете мне даже в личку кидать. Личка у меня открыта, пишите, скидывайте. Потому что вот какой видосик конкретно, ну, непонятно, сами понимаете. Могу оценить все. Если же это машина, то, наверное, рецензии имелось в виду. Ну, не забывайте. Правда, ссылочки лучше не ставьте в самих комментариях. Возможно, из-за этого они удаляются. Я просто не знаю. Потому что я слышал, у Ютуба такая политика какая-то идет, возможно. Обзи написал: «Вау, просто бомба видео, мне очень нравится». Далее Пусси Султан. Вот, кстати, вот теперь начинается мой короткий, можно сказать, шортс. Ну, там 10-15 секунд, все, даже не минута. По поводу нового вентилятора, он даже сейчас подувает. Хорошо-то как подувает. Обзи написал: «Можно я буду жить рядом с этим вентилятором?» Я на что ему ответил: «Можно, если не сдует». А он очень мощный. Далее. АПФ Alistair Way пишет: «И тут я вспомнил, что мне тоже надо купить вентилятор, а на улице дождь, гром и молния». Я его попросил передать этот гром с молнией нам, тогда была лютая жара, но тут, когда я писал, он писал: «Не-не, пусть у меня побудет, задрала уже эта зараза». Жара задрала. Ну, бывает, бывает. Также по поводу вентилятора написала Пателла Галина Осипова: «Мечта сбылась». Ну да, сбылась наконец-таки. Ну и Кэнди Дю наконец-таки написал, тоже там же, к этому видео: «Поздравляю с покупкой охлаждающей штуки, которая делает рррррр». Ну, на что я ответил: «Спасибо, Кэнди, шутка, штука, штука тоже рада, говорит рррррр». Далее, к следующему видео по поводу YouTube, нашего второго видео по ютуберам. Леон С, Леон С, С английскими пишет: «Ай, молодец». Ну, то есть, «Ай, молодец», наверное, имел в виду. Спасибо. Ну и последнее, как говорится, уже было видео от Some Legend Crusader, которую я озвучил. Ребят, если вот вы пишете комментарии, к примеру, на канале, но я не, даже их не пролайкал, тут именно я каждый на вот хороший комментарий, а любой хороший комментарий, там, без мата и так далее, я ставлю всегда лайк. Я всегда на него отвечаю. Но если вдруг я не могу ответить, скорее всего, ваш комментарий для меня почему-то стал недоступен. Поэтому, если вдруг в течение суток я не отвечаю, лучше, пожалуйста, перезапишите его. Это будет проще и вам полезнее. Ну, и нам полезнее, и вам полезнее, все полезнее. Итак, значит, на какой у нас будет? На 13.40. Ну ладно. А теперь давайте с вами сегодня разберемся, что же мы будем с вами изучать. А сегодня мы с вами будем изучать снова документации. У нас, конечно, есть еще фотоальбомы. Вот так вот сейчас мы это все скипнем. А то их столько, этих фотоальбомов. Я столько нафотографировал, когда мы путешествовали по Сабновтике. Наверное, даже с 14 минуты мы начнем. Да, вот сейчас, наверное, с 15 минуты, да-да-да. Надо обязательно сделать тайм-коды здесь. Я загружу заранее, потом опубликую, и все будет прекрасно. Ой, да уж, изучать Сабновтику очень интересно. Так, голосовые журналы, пока их не трогаем. Так, исследования, геологические данные, коренные формы жизни, это мы изучили. Личные записи. Больше сходства, чем различия. Минералы в изобилии. Сигнал бедствия. Это личные записи Робин, да, скорее всего. А, ну да, мы читали Робин и дневник Маргарет. И дневник Маргарет мы читали. Журнал сообщений.
технику мы тоже всю посмотрели, да, я так полагаю. Ну да, дистилляционный костюм, минералоискатель. Ну да, по-моему, да, я всю технику перечитал тогда. Я всю технику перечитал. Так, да, вспомнил. Я просто вспоминаю, потому что я давно не записывал это видео. Мы теперь давайте сегодня что посмотрим. Альтеру давайте изучим целиком. Альтер, давайте вот сегодня наша тема будет журналы Альтеры. Это будет у нас Альтера, Меркурий, Альтера, журнал, значит, Альтера, Меркурий и... Хотя нет, давайте чисто Альтера сегодня займемся, потом будем Меркурием заниматься. Значит, Альтера, записи из... Хотя это... Чай в команде, Xenoworks, не знаю. Значит, давайте сначала тогда сегодня Альтерой займемся. Читаем про Альтеру, про персонал Альтеры и про новости. Ну, потому что Аврора, часть же Альтеры была, насколько я помню. И про Сэм. Вот. Альтера и Сэм. Вот так и назовем. Альтера и Сэм. Я думаю, это нормально будет. Значит, начнем с... Давайте начнем сегодня с Альтеры. Сначала с Альтеры. Вторжение пришельцев. Игра про обман пришельцев и паранойю. Инструкция во вторжении пришельцев могу играть, могут играть от 6 до 15 человек. Один игрок берет на себя роль мастера игры, а другой берет роль разума улья. Оставшиеся игроки являются учеными исследовательской миссии. Поделите количество игроков на 6, столько ученых являются тайными пришельцами. Разум улья, обманщик, кукловод, тянущий за ниточки разум улья знает, кто пришелец, а кто ученый. Этот игрок наблюдает за игрой и управляет пришельцами, стараясь устранить всех ученых. Разум улья побеждает, если 3 из 4, 3 четверти, то есть 75% ученых устранены, раньше, чем они выполнят все свои задачи. Пришелец. Этот игрок не знает, что он является пришельцем. Во всех вторжениях пришелец или пришельцы полагают, что он обычный ученый. То есть это как компертовское нечто, что ли, в этом роде, да? Ученый. Задача ученого – выжить, устранить пришельца, либо выполнить все задачи. Ученый не знает, кто пришел. Ученый побеждает в том случае, если они устранили всех пришельцев, либо выполнили все задачи. Но это компертовское нечто, либо вот этот вот Among Us какой-то там, да? Мастер игры или ГМ ведет сессию и контролирует выполнение циклов игры. Разум Ули сообщает свои намерения непосредственно ГМ, а ГМ сообщает игрокам, чем вернулись его/ее намерения. Фазы. Игра делится на дни. Каждый день ученый или пришелец решает либо выполнить задачу, либо следить за другим игроком. Затем разум Улья говорит ГМ, если хочет заронить зерно сомнения в результат какой-либо слежки, если таковые есть. Либо устранить цель слежки пришельца, если это возможно. Это делается тайно между разумом Ульи и ГМ. Затем ГМ сообщает результаты слежки игрока с влиянием разума Ульи или без него. После этого ученый пришелец дает 3 минуты на обсуждение событий дня. Затем они могут большинством голосов выбрать, кого из ученых устранить. После этого ученый пришелец ложится спать и начинается новый день. В общем, это мафия, соединенная с Among Us и помноженная на чужого в сочетании с хищником и компертовским нечтом под соусом заправкой. Батареи ударника от кого? Амара, от имени шахтерской бригады Дельта. Кому? Квартирмейстеру Джо. Я говорю от имени всех шахтерской бригады. День ото дня мы рискуем своими жизнями на этой проклятой территории. Когда мы подписывались на эту миссию, никто не говорил про ледяных червей. Мы потеряли не меньше пятой части бригады, пока Альтера что-то сделала. 6 наших друзей экстренным челноком эвакуировали с планеты. Маркус должен был после этой работы выйти на пенсию. Вместо этого его пронзил ледяной червь. Вы когда-нибудь видели, как ледяной червь кого-то пронзает? Учитывая, что этот тварь вообще огромный, мне любопытно, как она вообще его пронзила. Ну реально, вы видели, какие у нее клыки?
эти ударники разработанные компанией решения на скорую руку. Они отлично отвлекают ледяных червей, пока они работают, как мы должны их использовать, когда батарейки так быстро садятся. Можно ли прислать нам дополнительные запасы батареек? Нам бы не помешал побольше энергии. С уважением, Амар и бригада Дельта. Да поставьте просто ионные батарейки, все будет нормально. Вдали, но вместе. Тут с аудиозаписью. Давайте слушать. Потом я зачитаю по традиции. Давид, you'll be happy to know the Frost Pack is making excellent progress. I must say, my management style appears to be uniquely well suited to isolated planets. I miss you, of course, but I wonder if you feel it too. As great as we are together, we're almost better apart. Just look at how well Prosperina did in her last show. I'm sorry I couldn't be there to see it, but I'm sure if I'd been around, I'd only have made her nervous. Once this mission is over, I'll come home for a few good months. And then, what do you think if we look at reorganizing our expectations to facilitate longer-term separation success? I really think this could be a great model for us going forward, romantically and otherwise. Don't forget, I love you from the depths of my heart. Keep on succeeding in your projects. You know there's nothing I find more attractive. Вот знаете, сбрить бы Эммануэлю усы, бороду и был бы стать только усы и очки, прям вылитый я, по сути. Итак, Эммануэль, Давиде, ты будешь счастлив узнать, что морозная стая делает изумительные успехи. Должен сказать, мой стиль управления очевидно идеален для изолированных планет. Конечно же, я по тебе скучаю, но мне интересно, чувствуешь ли ты себя так же. Как бы нам ни было хорошо вместе, порознь нам ничуть не хуже. Только глянь. Как здорово выступила Просперина на последней выставке. Мне жаль, что я не смог увидеть это воочию, но не сомневаюсь, что я, будь я там, я бы только заставил ее нервничать. Когда эта миссия закончится, я вернусь домой на целых несколько месяцев, а потом, как ты смотришь на то, чтобы реорганизовать наши ожидания в сторону успешных долгосрочных расставаний... Я правда думаю, что это станет отличной моделью дальнейшего движения для нас, как в романтическом, так и в иных смыслах. Не забывай, я люблю тебя всеми фибрами своей души. Продолжай преуспевать в своих проектах. Ты же знаешь, что ничто не привлекает меня больше в тебе. В общем, только проектами интересуется, видимо. Ага, Винь рисует. Здесь Винь и Сэм общались. Ну, давайте послушаем. Danny's not here, I'm afraid. That's okay. It's you I wanted to see. What's that you're working on? Just a sketch for a piece I want to make. I'm slacking off. Don't tell the boss lady. I won't. It's beautiful. What is it? I'm doing a series inspired by bacteria. Mutant beauty. Life, death, risk. You know, that kind of thing. What's this one? It looks like Kara, but Vin... Is this a mutation? It's just an art project. You know you're doing that thing with your neck, like when you're trying to bluff an alien intruder. All right, fine. Fine. I'm bad at lying. Are you mutating Kara bacterium from the frozen leviathan? Here? In this lab? Please, don't ask me any more questions. I don't think I need to. Итак, зачитываю. Винь, вот этот вот китайчик. Боюсь, Дани здесь нет. Сэм, ничего, я хотела тебя увидеть. Над чем работаешь? О, видимо, Сэм не хватало мужского внимания. В кроватном формате, в ночное время при свечах. Ну или вдалеке от коллег, как вариант. Итак, далее, Винь. Просто эскиз работы, который я делаю. Понизив голос до драматического шепота. Я просто пиздельничаю. И говори начальнице. Сэм. Не буду. Это прекрасно. Что это? Винь. Делаю серию, вдохновленную бактериями. Красота мутации, жизнь, смерть, риск, типа того. Сэм. А это что такое? Похоже на хара, но... Изучать внимательнее. Винь, это мутация? Винь на что ответил? Это просто арт-проект. Сэм, ты знаешь, что ты так шеей двигаешь, как будто пытаешься сблифовать во вторжении пришельцев? Винь. Ладно, хорошо. Врон из меня не важен. Сэм, вы занимаетесь мутацией бактерий Хара из замороженного Левиафана здесь, в этой лаборатории? Винь,
Пожалуйста, не задавай больше вопросов, Сэм. Думаю, не нужно. Встреча с Зеттой. You brought a friend. Spy pangling in training. We're recording audio. Is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here? Coral pustules on the frozen leviathan. That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the Snow Fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the Penglings. Oh, yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Ну, она сказала в конце, продолжая хорошо работать, а не трудиться. Ну, одно и то же. Итак, встреча с Зеттой. Зетта. О, ты дружка привела. Сэм, пингвин открыл шпион, обучается. Мы записываем звук. Не возражаешь? Да нет, конечно. Я видела фото, которое ты отправила. Пауза. На что ты еще смотрю? Это Волдерихара на замороженном Левиафане. Само по себе тут не о чем беспокоиться, он надежно упрятан. Образцы льда говорят о том, что он был заморожен со времен эпидемии. Этот штамм сделал планету непригодной для жизни, если он мутирует. Ты знаешь, что это небезопасно. Ты считаешь, что это небезопасно? Очень даже считаю. Тебе станет легче, если я подниму этот вопрос за тебя? Ты сможешь опять вернуться к работе. У меня сроки поджимаются по полярным лисам и шахтерским ботам. Мне надо, чтобы ты сосредоточился на пингвинокрылах. Сэм, да? Это правда обнадеживает? Я ожидал, что придется спорить. Наша безопасность превыше всего, я позабочусь об этом, ладно? Спасибо, я не подведу. Спасибо. Сэм, продолжай хорошо работать. Далее, вторжение пришельцев. For the last time, I'm not cheating. Then what's your theory? What's going on? If you ask me, Zeta's been blinking a lot. I think it's a tell. He does have a point there. It's allergies. Allergies? Oh, is something in bloom in this frozen sector? Thermal lilies. And if you gang up on me, I swear you're all fired. You're not even my boss. Oh, you're all so gullible. You're fighting each other. Meanwhile, look at Pavan. Just look at him. What am I doing? I'm not doing anything. Let's just take this to a vote. All those who think Zeta's allergies are a bad case of alienitis, say intruder. 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 Danny? Oh, I'm just an observer here. I'm going to use my pass. Is there some kind of scientist conspiracy going on here? Zeta, Sam, Danielle, you three are suddenly very aligned. Or, like I said, Parvin is cheating. I'm starting to wish I was cheating. Ой, жульничает, да, на игре. Ну ладно, вторжение пришельцев, скорее вторжение жуликов. Парван, еще раз говорю, я не мухлюю. Сэм, так-то какова твоя теория, что происходит? Парван, если ты спрашиваешь меня, то Зетта много моргает, думаю, это сигнал. Сэм, в этом есть смысл. Зетта, у меня аллергия. Фред, аллергия? Ой, в этом... Кстати, Фред прям копия моя. Ой, в этом ледяном секторе что-то зацвело. Жар лилии? Если вы на меня ополчились, клянусь, всех увольняю. Фред, ты мне даже не начальник. Даниэлла, какие же вы легковерные. Ругаетесь друг с другом. А тем временем гляньте на Парвана. Просто смотрите на него. Парван, а что я делаю? Я ничего не делаю. Фред... Давайте голосовать. Все, кто думает, что аллергия Зетта — это тяжелый случай алиенита, скажите пришелец. Парван, пришелец. Винь, пришелец. Фред, пришелец. Дани. Даниэла. Ой, я просто наблюдатель. Сэм, я использую пропуск. Фред, а что? Какой разговор ученых? Зетта, Сэм, Даниэла, вы все трое внезапно сплелись? Ну, спелись. Ну, и сплелись тоже, как говорится, самочка и два мальчика. Почему нет? Ну, три. Зетта. Или, как я и сказала, Парван мухлюет. Парван, я начинаю жалеть, что не мухлевал. Бывает. День
не приводить детей на работу. А что, в остальные дни надо приводить? Кто бы говорил, ну ладно, давайте послушаем. Hey Sam, you wanna say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi Oren, hi Svea. Tell us what you're working on. Oh, this is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I wouldn't say no one is on your side. I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta, anyone. What effect would it have if I did? I'm not exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What are you working on there? And what do you mean by take care of the deadly bacterium? Is that thing still recording? Oh, right. So, that was Sam, kids. I'll turn this off now. Итак. Значит, день. Не проводи детей на работу. Лилиан. Ну, это блондиночка. Эй, Сэм, не хочешь поздороваться с моими детьми? Я сказала им, что покажу один день из жизни ученого. Конечно. Привет, Орен. Привет, Свея. Лилиан, расскажи нам, над чем ты работаешь? Это личный проект. Лилиан. Больше похоже на биологию, чем на робототехнику. На что Сэм ответила? Да, я просто подумала, я знаю, что никто меня в этом не поддерживает, но что если я нашла способ разобраться со смертельной опасной бактерией? Лилиан, я бы не сказала, что никто тебя не поддерживает. Я вот поддерживаю. Сэм, я знаю, но ты не скажешь ничего Эммануэлю или Зете или кому-либо еще. Лилиан, а что бы изменилось, если бы сказала? Я сейчас не то чтобы на хорошем счету. Сэм, я знаю, я не хочу, чтобы ты рисковала еще больше, чем сейчас. Лилиан, мне жаль, я бы хотела сделать больше. На чем ты работаешь? Что ты имела в виду под разобраться со смертельной бактерией? Сэм, эта штука все еще записывает, Лилиан? Ой, верно. Так что это была Сэм, ребятки, я сейчас выключу. Но мы-то не выключаемся, ребят, мы продолжаем. Скорее всего, мы будем только записи Альтера тогда сегодня возьмем. Наверное, у нас время уже просто не хватит на час. Может, видите, сколько здесь их еще? Видите, прям вот много. Да, наверное, сегодня будет чисто Альтера. Журнал Альтера назовем сегодняшнее видео. Дисциплинарное совещание, личные услуги. Фред, great to see you. Come on in. You don't mind if I record this, do you? Am I in trouble? No. You know me. Just a fanatic for details. And my memory's not what it used to be. I know what that's like. Yes. Is that why you've been running so many personal errands for your colleagues? We asked you to limit them. So I am in trouble. That's not how I want you to look at it. Here's what I see. You're a team player. You want to get the job done. Well, I think I have a pretty good record there. You want people to like you. Has anyone complained? Fred, the trouble is, not everyone is as reliable as you are. Sometimes people need help being where they need to be and concentrating on their work. All the trips were work-related. It appears you transported tech for Lil, rather far out from her base. Lil needed to go deep, and she needed a sea truck. Her work is currently on surface installations. She shouldn't be anywhere near the water. No more favors to friends, agreed? Yes, sir. I keep telling you. Call me Manu. Да, Manu. Manu. Manul. Manul такой. Кот есть. Дикий. Кусачий. Дисциплинарное совещание. Личные услуги. Фред, рад видеть. Заходи. Ты не будешь возражать, если я запишу наш разговор, хорошо? У меня проблемы? Нет. Ты же меня знаешь, я обожаю подробности, а моя память уже не так хороша. Я знаю, каково это. Да. Поэтому ты продолжаешь кататься по поручениям своих коллег? Мы ведь просили тебя ограничить поездки.
так у меня, правда, проблемы. Я не хочу, чтобы ты смотрел на эту ситуацию под таким углом. Вот моя точка зрения. Ты командный игрок, ты хочешь сделать дело. Я думаю, это у меня хорошо получается. Ты хочешь, чтобы люди тебя любили. А кто-то жаловался. Фред, проблема в том, что не все такие надежные, как ты. Иногда людям нужно указать, где они должны быть, и сосредоточить их на работе. Все поездки были по работе. Похоже, ты возил технику Лил и довольно далеко от ее базы. Ей нужно было погрузиться глубоко, ей нужен был мореход. И ее работа сейчас на наземных объектах. Ей вообще не надо приближаться к воде. Больше каких одолжений, друзья, договорились? Да, сэр. Сколько раз говорить, называй меня Ману. Неловкий смех. Ну ладно. Док мореходов у грузовой ракеты, сектор 0. Фред, I'm not blaming you. But what do you mean it's gone? Where did it go? You found some trouble somewhere in the deep twisty bridges and decided to jettison modules? Yeah, I had to jettison a module. I got free, went back for it. It was just gone. And you think someone stole it? Or something. I didn't lose it, that's for sure. I'm careful with my tools. I'm sure you are, but you have to admit, there have been a lot of sea truck accidents, and they're rather expensive. You wanna follow me on a few runs tomorrow? See what it's like? Conditions are way harsher than anything I ever imagined. I don't know if you could really understand it from inside your base. That won't be necessary. Thanks for your time. I'll write it up as an accident. Несчастный случай. Фред правильно сделал. Я бы то же самое сказал бы. С удовольствием бы сказал бы начальникам, если бы у них там возникли вопросы по каким-то проблемам. Ну реально. Потому что, извините, у них там воруют мореходы эти гигантские рыбины. Они их уничтожают, они их пожирают. Левиафаны, в конце концов, тоже. Извините, что, Фред виноват, что ли? Ну, свою жизнь спасать тоже надо. Эммануэль. Фред, я тебя не виню, но то, что ты имеешь в виду под словами «он пропал», он куда подевался? Ты наткнулся на неприятности где-то в глубине извилистых мостов и решил сбрасывать модули? Фред, ага, мне пришлось сбросить модуль. Я вырвался, вернулся за ними, а он исчез. И ты полагаешь, что его кто-то украл? Или что-то? Его я не терял, это точно. Я обращаюсь с инструментом бережно. Я не сомневаюсь, но тебе надо признать, что аварий с мореходами было немало. А они весьма дорогие. Хотите сделать со мной несколько рейсов завтра? Увидеть, каково это? Условия намного жестче, чем я когда-либо представлял. Не знаю, можете ли вы понять это у себя на базе. Ну, в этом нет нужды. Зачем? Ты даешь номер на ручек, не надо меня связывать. Ну ладно, если серьезно. В этом нет нужды. Спасибо, что уделил мне время. Я спешу, это на несчастный случай. Доставка в шахту. Oh, hey, Parvin. Can I get you to sign off here? What is all this? I don't know. Some kind of measuring equipment? Lil said she'd send someone over to set it up later. Ah, alien science nonsense. I wouldn't say that. You should ask her to show you some of her findings. Pretty interesting stuff. There might really be someone down there. You ask me. The scientists have too much control over here. What? I'm serious. Look around you. This mining facility extracts every mineral your scientists use to make their equipment. Their bases, their scanners, even your little sea trucks. I wouldn't call them little. Do you know the name of a single person who works down here? Well, I know you, Parvin. Ah. Tell Lillian she's wasting her time. There's nothing down here but workers, and we already know we don't spark her curiosity. Ну да, согласен со специалистом службы безопасности здешней, но почему бы нет? Итак, Фред. О, привет, Парван. Можно попросить тебя расписаться вот здесь? Что это такое? Я не знаю, какое-то измерительное оборудование. Лил сказала, что позже пришлет кого-нибудь, чтобы его установить. Ксенологическая чушь. Я бы так не сказал. Попроси ее показать тебе некоторые из ее находок. Это довольно интересно. Тут внизу и правда кто-то может быть. Эх, как по мне, у ученых слишком много власти. Что? Я серьезно. Оглянись вокруг. Этот шахтерский комплекс извлекает каждый минерал, который ваши ученые используют для изготовления их оборудования, их баз, их сканеров, даже твоих крохотных мореходов. Я бы не сказал, что крохотных. Ты знаешь имя хоть одного человека, который работает здесь. Я знаю тебя. Скажи Лилиан, что она попусту тратит время. Здесь внизу нет ничего, кроме рабочих. И мы уже знаем,
что не можем разжечь искру ее любопытства. Надеюсь, неплохо. О, принц-скринчик. Отлично пойдет. А, жаль, тебя здесь нет. Привет, тигренок. Я очень скучаю по тебе и не могу дождаться окончания обоих наших заданий. Дельта, Дельтар-6 предоставил потрясающую возможность. Я не устаю наблюдать восход и закат над черными песками Черезинской пустыни. Это очень красиво. Единственное, что могло бы улучшить, это твое присутствие здесь. Люблю тебя сквозь звезды, Ириана. Wish you the hair, miss you. Красота, вы посмотрите какая. Ну реально, красивый город. Я на еще предскринчик сделаю. Жалко, что не могу открыть в полном разрешении. Журнал Мореход 2. Подождите, Мореход 2? А я не нашел, что ли, первый журнал Мореход 1? Слушайте, это обидно, конечно. Но я уже не буду бегать искать. Вот все, что мы нашли, то и есть. Брэд, что скажешь? Cheese on a cracker. Saw me. Managed to eject the cargo modules and hide. Sitting here with the lights off, sweating through my shirt. I'm not gonna get pooped out of the back end of a sea monster to save Altera some money. Manuel, not going to be happy. Not one bit. Гидробатон. Оно меня заметило. Я сумел сбросить грузовые модули и спрятаться. Я сижу тут с выключенными огнями и обливаюсь потом. Не хочу пойти на обед морскому чудовищу только из-за того, что я пытался сохранить деньги Альтеры. Эммануэль не обрадуется ни капельки. Да почему же, поставил ты его на место, молодец. Журнал Мореход номер 3. The damn ugly thing followed me into the shallows. Didn't think something that big would follow me up here. Had it jettison the sea truck. Again. I guess I could try to go back for the parts when it leaves. If it leaves. I really don't want to sit in another meeting with Emmanuel. Manu, as he likes to be called. I just want to drive around and deliver cargo in peace. Проклятая страхолюдина гналась за мной до отмелей. Не думал, что-то настолько большое пройдет за мной наверх. Пришлось бросить мореход опять. Думаю, я мог бы попытаться сбросить обломки, когда она уйдет, если уйдет. Я очень не хочу еще раз встречаться с Эммануэлем, или Ману, как он предпочитает называться. Я просто хочу мирно развозить грузы. Ну ладно, продолжаем. Журнал Пингвина Крил Шпион номер 1, а значит был и второй. Сэм, Пингвина Крил Шпион открывает так много возможностей для исследования. Они идеально подходят для исследования тесных пространств, куда я не могу протиснуться. Маленькие карманы, скрывающие множество ресурсов, много пингвина крылыш не унесут. Но как бонус, местные обитатели, похоже, в основном их игнорируют. Мои малютки-роботы просто слишком милые, чтобы их ломать. Ага, это ты скажи. Хотя, в принципе, их даже не хотят жрать сталкеры. Может, она и права? Запасайтесь сигнальными ракетами. От кого? Элоиза? Кому? Квартирмейстеру Джо. Я чуть не померла, блин. Я отдыхала на окраине, пила свой особый чай, пытаясь любоваться закатом. Так? Я знаю, что технически это противоречит протоколам, если меня не сопровождает официальный партнер Альтеры по подотчетности. Но это не относится к делу. Сосредоточься, Элоиза. Сигнальные ракеты. Я разбила фару моего полярного лиса. Простите. И вместо нее прикрепила сигнальную ракету к приборной панели. Я расслабилась и не заметила, как она погасла. И через минут 5 я услышал за спиной рычание снежного сталкера. Он меня напугал, и я пролила свой вкусный напиток. Грустняшка. Неважно, я запрыгнул на полярного лиса, а вокруг не видно низги. Ясное дело, солнце уже зашло. Я слышал, как они бегут ко мне. У меня в рюкзаке осталась последняя сигнальная ракета. Я вытащил ее и вжух! Все, что я вижу на свету, это стая снежных сталкеров. Но что это? Теперь они боятся меня? Я укатил оттуда. Думаю, это все сигнальные ракеты. Мы определенно должны выделить ресурсы на создание большего их количества. П.С. А Альтера возместит мне мой чай. Улыбка. Ну, за такое открытие почему бы не возместить? Здравствуйте, семья, Парон. My dearest Adeline and Rosita. Not dearest. Who says that anymore?
Adeline, Rosita, everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were unfounded. I am loved here, and... Oh, no. Rosita will say, Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing. I want to apologize. Okay, no, that's taking things too far. I know we didn't leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say sometimes. They just come out. I was going to send you a message saying how great everything is here and how everyone loves me. I've had a promotion to a very important security dossier. I'm treated like a hero. But really, this is a cold, wet planet. The scientists are full of themselves. There's no action to speak of. The only thing I look forward to is weekly games of Alien Intruder, but more than that, of coming home to you. I am sorry for all the times I did not appreciate you, of our family, or the good life we had. And I... Who am I kidding? I can't send this. What's the use? А вот зря отправил бы. Итак, Парван. Мои любезные Аделина и Розита. Какие любезные? Так уже никто не говорит. Аделина, Розита. Дела на этой миссии идут не очень хорошо. Теперь, видите, ваши волнения были безосновательны. Меня здесь любят и... нет, Розита, кажется... Папа, ты вечно хвастаешься. Папа, это неприлично. Я хочу извиниться. Ладно, это уже чересчур. Никакого извинения вам, паршивцы. Я знаю, что мы расстались не в лучшем настроении, но я хочу, чтобы вы знали. Я вас люблю и по вам скучаю. Я не знаю, почему я иногда говорю то, что говорю. Слова сами вылетают. Я собираюсь отправить вам... письмо о том, как тут все хорошо и как все меня любят. Меня назначили на очень важный охранный пост, ко всем, ко мне относятся как к герою. Но на деле это холодная, мокрая планета. Ученые, самовлюбленные зазнайки, рассказать совершенно не о чем. Единственное, чего я жду с радостью, это еженедельные игры во вторжение пришельцев. А еще более того, вернуться домой к вам. И мне очень жаль, что я не ценил вас, свою семью, нашу хорошую жизнь. Кого я обманываю? Я не отправлю этого никакого толку. Исследовательские заметки по архитекторам. Лилиан. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries, and we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. My theory. Is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. Kaz Slaney's classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Лилиан. Исследовательские заметки по архитекторам. В то время как другие команды изучали туманные методы пробуждения архитекторов, мы применили более практичный подход. Мы знаем, что эти полуорганические полуцифровые существа хранили то, что считали с собой на компьютерах в своих святилищах. А также мы знаем, что все усилия по пробуждению или... общению с ними были напрасны. По моей теории, для настоящего первого контакта необходимо, чтобы эти цифровые призраки были рекомбинированы с органической компонентной. Как подчеркивают классические исследования доктора Касс Слейни, нам известно, что у них имелись способы выращивать кибернетические тела и передавать свои шаблонные данные между ними. В этом секторе обнаружено вероятное хранилище архитекторов. Но проникнуть в него на данный момент невозможно. Если я смогу попасть внутрь и предоставить подходящий носитель, я думаю, у нас все получится. Кто со мной? Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder.
No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern with the frozen Leviathan. I investigated and... You investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Kral mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now, you're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. Кто со мной? Эй, ребята, я так рада, что вы все здесь. А где бы я еще был? Я бы ни за что не пропустил разоблачение Фреда как пришельца. Не будет такого. Но ты не сказала, что ты не был пришельцем. Нет, только не этот спор по новой, прошу. Фред, думаю, игра уладит этот спор. Итак, я просто хотела кое-чем спросить. Пока не вернулась Зета, и мы не начали играть. Про пещеру с замерзшим Левиафаном я изучала и... Ты изучала? Когда? Почему я тебя не видел? Может, ты спал или был занят маливанием невозможных морских существ? Это рисунки, настоящее искусство. Неважно. Я заглянул внутрь и думаю, у нас есть причины волноваться. Совсем недавно эта планета была непригодна для жизни, но если мы будем работать вместе, мы убедим их положить конец экспериментам с мутацией Хара. Меня это не устраивает. Саманта, у тебя паранойя. Да ладно, выслушайте Сэм. Она заботится о нашей безопасности. А остальные не заботятся? Зетта! Теперь мы можем поиграть. Ладно... Надо поблагодарить Сэм. Надо поблагодарить Сэм. От кого? От Себастьяна. Эта пещера удивительна. Здесь растет какой-то биофлуоресцентный грибок. Когда я освещаю его фонариком, он начинает светиться. Это прекрасно. Капелька расслабления на этой пустынной планете. Также я ставлю напоминание поблагодарить Сэм. Она в последнее время какая-то расстроенная. Но в своем деле она просто мастер. Она одолжила мне ранний прототип пингвина-крыла-шпиона, чтобы пробраться здесь в пару узких мест, куда я не мог протиснуться. Может, достану ей дополнительный десерт или подкину кредитов для автомата. Ей не помешал бы поддержка. Не мухлевал. If you're not cheating, then you won't mind if I record this conversation. Is that right? I have nothing to hide. Then what were you whispering about with Vin? Nothing. That guy is so lawful good, it's annoying. Wait, so you were trying to cheat? But no cheating occurred, so what does it matter? It matters to team morale. If you can cheat in the game, how can they trust you out there? I'm sorry, did you feel left out? Perhaps you would like to make a deal. Ugh, Parvin, no. You're shameless. You really never give up, do you? I don't. That's true. Have a manual put that in my next eval. Very persistent. Very persistent. Очень упорный. Итак, не мухлевал. Если ты не мухлевал, тогда ты не будешь возражать, если я запишу нашу беседу. Не так ли? Мне нечего скрывать. Тогда о чем ты шептался с Винем? Ни о чем. Он же заказал послушный, добрый. Но до омерзения. Погоди, так ты все-таки пытался мухлевать? Не переваривай мои слова. Но ведь не мухлевал, так какая разница? Разница в моральном духе команды. Если ты мухлюешь в игре, то как они могут доверять тебе в жизни? Прости, ты что, чувствуешь себя обделённой вниманием? Может, ты хочешь договориться? Парван! Ой, нет, бесстыдник, пошляк-то какой. Ты никогда не сдаешься, да? Никогда. Это верно. Пусть Эммануэль добавит это в мое досье. Очень упорный и не сдающийся. Небольшие новости. Эммануэль. Good morning, Frostpack. Just a quick update to inform you of some key achievements
and priority shifts, we need you all to get behind. The Spy Pangling project was a resounding success. Please join me in congratulating Samantha IU, who is now reassigned to Outpost Zero, helping us dream of future initiatives. Congratulations are also in order for Danielle Valenti and her team at Omega Lab. The closing of Phi Robotics means important funds can be redirected to their Kara bacteria study, which has important, positive implications for the life sciences. You're all doing an exceptional job, and I don't want to promise anything, but HQ has been taking notice. Keep up the good work, and I think we can start discussing bonuses soon. Бонусы soon. Эммануэль, доброе утро, морозная стая. Просто небольшая сводка новостей о важных достижениях и сдвигах приоритетов, с которыми вам нужно ознакомиться. Проект «Пингвинокрыл шпион» имел оглушительный успех. Позвольте присоединиться к поздравлениям в адрес Саманты Айю, которая будет переведена на «Аванпост 0» помогать нам в будущих инициативах. Поздравления также в адрес Даниэлы Валенти и ее команды в лаборатории «Омега». Закрытие центра ФИ означает, что столь важное финансирование. Поздравление также в адрес Даниэлы Валенти и ее команды в лаборатории Омега. Закрытие центра ФИ означает, что столь важное финансирование будет перераспределено на исследование бактерии Хара, которая имеет важные позитивные последствия для всех биологических наук. Вы все делаете исключительные успехи, и я не хочу... ничего обещать, но штаб-квартира это заметила. Продолжайте усердно работать, и скоро, думаю, мы начнем обсуждать бонусы. Обратный звонок Дани, исследование. Hi, you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. And why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Ой, лесбияночки, бисексуалочки, уважаю, правильно. Итак, обратный звонок Дани, исследование. Даниэла. О, привет, как дела в пингвиньем супе? Отлично. Но я ничего не слышала с тех пор, как отдала запись Зетти. Прошло уже сколько? Неделя? Она обещала тебе отчет? Да нет, но я ожидал какой-нибудь реакции. Может, мне следует переговорить с Эммануэлем? В конце концов, это Хара, и она наделает немало бед, если выберется наружу. С чего бы она выбралась? У нас есть профессиональный изолятор. Мы знаем, как нейтрализовать ее в случае опасности, Сэм. Я люблю тебя, но ты не понимаешь, о чем говоришь. Ты любишь меня? Погоди, а откуда ты знаешь так много об этом? Это моя область исследований, как бы вообще-то... Мы с тобой как бы в этой кроватке валяемся, должна же знать. Почему ты скрытничаешь? Эх, я ж тебе кое-что расскажу, а затем ты прекратишь этот свой крестовый поход, пока не испортила себе карьеру. Мы проводим исследования над этой бактерией. Это какие исследования вы проводите? Я не хочу волновать тебя и рассказывать, мы знаем про возможные негативные стороны. Но ее потенциал их сильно затмевает, и это все, что я могу тебе сказать. Сэм, мне надо подумать, мне пора. Особая просьба Эммануэля. Эммануэль дал мне этот разблокированный сканер и сказал,
Мне нужно больше душевых насадок. Он приведет тебя к нужным минералам. Чего? И еще он мне сказал помалкивать об этом. Видимо, именно на это и годится в наши дни сертификат магистра геологии. Работать разнорабочим на стройке. Эх, надо было учить межзвездное право, как папа говорил. И все же мне надо отдать должное Мануэлю. Уж не знаю, что он сделал со сканером, но он отлично наводится на конкретные минералы. Намного лучше, чем надеяться, что наткнешься на нужный выступ. Ну, кстати, реально, да. Отчет изучения мутации фермента. We've studied the first Karar bacteria samples from the specimen. Results are promising. We were able to stimulate rapid multiplication of cells in a controlled environment, resulting in the creation of several different mutations with potentially useful applications. Think of the possibilities. Life-saving treatments, genetic research. It could be a window to understand the evolution of life on this planet. The findings could move us forward by years. We recommend a wider study, using samples collected from a greater variety of sites around the original pustules. We trust you will provide the necessary security to do so. The Leviathan site must be protected. Итак, отчет об изучении мутации фермента. Даниэла, мы изучили первые образцы Харар, взятые из волдырей особи Левиафана. Результаты выглядят многообещающе. Мы смогли стимулировать быстрое размножение клеток в контролируемой среде, получив в результате несколько различных мутаций с потенциально полезными применениями. Подумайте о возможностях. Лечение, спасающие жизни, генетические исследования – это может быть наш шанс на понимание эволюции жизни на этой планете. Мы скакнем вперед на годы. Мы рекомендуем обширное изучение с использованием образцов, взятых из всевозможных мест поблизости от изначальных волдырей. Мы верим, что вы обеспечите необходимую для этого охрану. Участок с Левиафаном должен быть защищен. Отчет о расследовании лаборатории Омега. Investigation notes. Omega Lab was first breached by heavy impact. Perhaps from a sea track modified with some sort of battering implement. A localized explosive charge was then released and detonated from a distance. Lab equipment was damaged to the point of inoperability, and all live specimens were destroyed. No personnel was injured. Samples have been collected for analysis to determine whether any bacteria escaped. It is, however, unlikely. The heat of the charge should have boiled everything within a 10-meter radius. Отчет о расследовании. Лаборатория Омега. Алексис. Заметки исследователя. Лаборатория Омега. Сперва была повреждена мощным ударом, возможно, мореходом, модифицированным с помощью какого-то таранного усилителя. Затем был выпущен и дистанционно подорван локальный взрывной заряд. Лабораторное оборудование повреждено до нерабочего состояния, а все живые особи были уничтожены. Персонал не пострадал, благо. Чтобы определить, не вырвалась ли бактерия, были собраны образцы. Однако это маловероятно, жар от взрыва должен был вскипятить все в радиусе 10 метров. Отчет о расследовании. Участок раскопок Фи. My investigation of the fire excavation site, including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera survey equipment and significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Pavan Ivanov and Samantha Ayu. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible?
Но мы-то уже знаем, кто в ответе из отчетов Маргарет. Итак, Алекс, отчет об расследовании. Участок раскопок Фи. Алексис. При исследовании участка раскопок Фи, включая вход в пещеру и прилегающие территории, обнаружены косметические повреждения наблюдаемого оборудования Альтеры и значительные структурные повреждения, нанесенные естественному входу в пещеру и опорам. В результате обломки не позволяют проникнуть в пещеру без тяжелого землеройного оборудования. В данный момент доступ возможен только пешком. Пострадало двое сотрудников, Паарон Иванов и Саманта Айю. Оба тела обнаружены под обломками у входа в пещеру. Иванов только что вошел в пещеру, следы ног все еще были видны. Порядка 15 метров глубже в пещере обнаружена Айю, предположительно разбившаяся. Бедняги. Что Айю натворила? В ее досье нет записи о вандализме или небрежности. И все же мое единственное заключение причиной обрушения была небрежность служащего. Нам необходимо расследовать возможность связь со взрывом в лаборатории Омега. Если они связаны, то кто-то за это должен быть в ответе. Отчет о статусе поставки. Ah, jeez. These sea monkeys are gonna get me in trouble. This is the third shipment that those buggers have gotten their weird little hands into. Now we're running low on flares, and I'm gonna have to search nearby nests for stolen cargo. They're lucky they're kind of cute. Raccoons of the sea, those ones. Ой, обожаю Фреда. Вот типичный я. Боже, эти морские обезьяны доведут меня до беды. Это уже третья поставка, которую эти паразиты прибрали к своим сраным ручонкам, гребные морские цыгане. Теперь у нас не хватает сигнальных ракет, и мне придется обыскать ближайшие гнезда в поисках украденного груза. Им повезло, что они милые. Они просто какие-то морские еноты, только без маски. Отчет охраны. Существо по-прежнему мертво. Пещера по-прежнему скучна. Patrol log, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen, but it was just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan is really dead, but I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Inside the cave, confirming a whole lot of nothing. Creature still dead, cave still boring. I miss the mining site. At least you could talk to people. Oh, wait now, what's this? A rock! I found an interesting rock. That makes three this week. The others will be happy to have a friend. Concluding patrol. Perimeter secured. Nothing to report. End log. Самый скучный отчет в моей жизни. Журнал патрулирования места раскопок. День 33. Утречка всем. Думал, что увидел движение, но... Как оказалось, это я просто начхал на экран, протёр его. Фред до сих пор не убежден, что эта тварь полностью мертва. Но я не... Ну, Фред до сих пор не убежден, что эта тварь полностью мертва. Ну, то есть, я убежден. Но я ни разу не видел, чтобы она моргнула. Сейчас приступлю к обязательному пешему патрулированию. Нахожусь внутри пещеры. Обнаружил огромную кучу ни черта. Существо по-прежнему мертво, пещера по-прежнему скучна. Включай по шахте, там хоть было с кем поговорить. О, погодите-ка, что это? Камень. Я нашел интересный камень. На этой неделе уже третий. Остальные будут рады новому другу. Завершая патрулирование периметра под охраной, докладывать нечем. Конец записи. Пернатое проклятие. Communications Tower Maintenance Log. Another day, another slight by the winged furies. As usual, I got an interference alert. As usual, I went out to see what the problem was. As usual, it was frozen stalagmites of feathered bird excrement. I fear the career impact of saying this officially, if you can even call what I have a career. But I could swear they're targeting me personally. The week I was out with the flu, I came back to find the tower spotless. Parvin laughed at me when I asked him how he cleaned it. Silly me, as if Parvin would ever clean anything. There's nothing left for me to do but quit.
But I know that's what the birds want me to do. Oh, and I got the tower up and running. Maintenance complete. Бедный Джеремайя. Пернатое проклятие. Журнал техобслуживания башни связи. Новый день. Новый щелчок по носу от пернатых фурий. Как обычно, сработала сигнализация о помехах. Как обычно, я пошел наружу посмотреть, в чем проблема. Ну и как обычно, это были замерзшие сталагмиты птичьих экскрементов. Я опасаюсь, что это скажется на моей карьере, если я скажу это официально. Словно это можно назвать карьерой. Но готов поклясться, что они мстят лично мне. Когда я неделю провалялся с гриппом, я вернулся и не нашел на башне ни пятнышка. Парван рассмеялся, когда я спросил его, как он ее чистил. Дурак я, как будто Парван стал бы что-то чистить. Мне не остается ничего, кроме как прекратить борьбу. Но я знаю, что птицы именно этого и добиваются. А, и я наладил работу башни, техобслуживание завершено, конец связи. Развлекаюсь. Фредди. Jenny, you wouldn't believe the adventure I'm having. It's just like when we were kids, and we used to play Underwater City, only sea monsters aren't pretend, and I don't need to hide behind you when one swims by, because I'm safe in my sea truck. Safe and very, very brave. Please tell Dad for me. Thanks so much for the mustache kit, by the way. To be honest, I wasn't sure if it was a gag gift at first. Personal grooming is something of a challenge here, and as you know, I'm a pretty low-maintenance guy to begin with. But you'd be surprised how handy mustache wax is in an emergency. There have been some close scrapes. For a while there, someone was sabotaging my truck, and I thought I was seeing things. But my friend Sam helped me sort it out. Although, she's had some troubles of her own lately. To be honest, I get a little worried out here sometimes. But I guess that's normal, under the circumstances. Gotta expect a little risk, right? I should be happy. I have great friends and a good paycheck. Anyway, love you, Jenny, and Dad. Please find a way to tell him that he won't find embarrassing. And don't worry, I'm looking for the perfect fish to bring back as a gift. Your favorite! Обожаю Фреда. Вот такой-то нормальный молодой человек, сказал. И хорошие усы. Это главное. Дженни, ты не поверишь, какие приключения я тут переживаю. Это прямо как в детстве, когда мы играли в подводный город. Только морские чудовища здесь не притворные, а мне не нужно прятаться за тебя, когда кто-нибудь из них проплывает. Потому что я в безопасности, в своем мореходе. В безопасности, потому очень-очень храбрый. Расскажите об этом папе, пожалуйста. Большое спасибо за набор для усов. Кстати, честно говоря, сперва я сомневался. Не шуточный ли это подарок? Ухаживать за собой здесь сложновато, и, как тебе известно, я вообще не особо прихотливый. Но ты бы удивился, насколько полезен воск для усов в экстремальном случае. Кстати, если что, на этот наборчик у нас здесь есть. Бывали и передряги. Некоторое время кто-то портил мой мореход, и мне казалось, что я вижу что-то странное. Но мой друг Сэм помогла мне разобраться, хотя недавно у нее самой начались проблемы. Честно говоря, я тут становлюсь иногда очень беспокойным. Но я думаю, это нормально, учитывая обстоятельства, без риска не обойтись, верно? Мне следует радоваться, что у меня есть такие замечательные товарищи и хорошая оплата. В общем, люблю тебя, Дженни, и папу. Пожалуйста, найди способ сказать ему об этом так, чтобы не смутить его. И не волнуйся, я ищу идеальную рыбу, чтобы привезти ее в качестве сувенира. Твою любимую. Разумная жизнь. Hey, Sam. Oh, hey there, pangling buddy. Hi, Fred. What brings you this way? I was just passing by. Lillian wanted a hand with a deep dive out in the bridges. You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? An SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains. Like a... A hydra? Well... Oh, yeah, actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull.
Да, хоть кому-то повезло с умной семьей. Разумная жизнь. Привет, Сэм. О, здравствуй, пингвинокрылик. Привет, Фред. Какими судьбами? Просто проходил мимо. Лили нужна была помощь с погружением там в мостах. Знаешь, мне кажется, она права. Там творится что-то странное. Щелкающий звук. Сигнал СОС. Я слышал его собственными ушами. Ты думаешь, она права? Там есть разумная жизнь? Не знаю, что насчет этого. Я предоставлю это вам, ученым. Данному ученому уютнее с этим пингвинокрылами. Но если бы здесь была моя сестра, она бы в этот вопрос по уши влезла. Ну, не знаю, по-моему, скорее это в Робин, так зовут главную героиню, ребят, влезли по полной, по самую задницу и перед... И, как говорится, в общем, по все дыры этот Алан ей зашел, чтобы залезть ей в мозг. Причем, кстати, оргазма она так и не получила. Фред, погоди, хочешь сказать, что мозг семьи не ты? Сэм, ой, в моей семье много разных мозгов, но вроде как, Гидра? Ну... Ладно, мне нравится эта аналогия, иногда трудно друг с другом сладить, но скучно не бывает. Так, сигнал из глубины. Сигнал из глубины. Давайте слушать. Zeta, I have kind of a funny question for you. Have you picked up any kind of unusual interference during any of your robotics work? You mean like Parvin looking over my shoulder and telling me I'm assembling my circuits wrong because it's not how his dad did it back in the day? No. Like electrical interference in the audio or video. Any kind of flickering or clicking. Huh, can't say that I have. Why? Oh, so it doesn't extend as far as the bay. What doesn't? When Fred was bringing me for my eval, we detected something. Almost like an SOS. At Delta? How retro. What was causing it? I think architects are trying to communicate with us. You always think that. Look, it may be my job to always think that, but I'm very good at my job. Not that HR seems to care. I won't breathe a word of this to Emmanuel. Thanks. You're a good friend. Ага, конечно. Так и скажет про нее. Лилиан, Зет, у меня к тебе немногочисленный странный вопрос. У тебя никогда не было необычных помех, когда ты работал с роботами? В смысле, вроде того, как Парван стоит у меня за плечом и твердит, что я неправильно собираю схемы, потому что его папа когда-то давно делал все не так. Нет, вроде электрических помех в аудио или видео. Какие-нибудь мерцания или щелканья. Не припомню такого, а что? Значит, до залива не распространяется. Что не распространяется? Фред отвозил меня на остров с ракетой для отчета, когда мы вдруг поймали что-то похожее на сигнал СОС. На Дельте? Весьма старомодно. Что его создавало? Я думаю, архитектор пытается с нами связаться. Ты всегда так думаешь. Слушай, может быть, это моя работа. Всегда так думать. И я в этом деле очень хороша. Только отдел кадров этого не волнует. Я ничего не скажу Эммануэлю. Спасибо. Ты настоящая подружка. Считаю дни. Лилиан. Ah, my darlings, Brian, Svea, and Oren, I'm counting the days until I can come home and give you all the hugs and kisses. Since my research project was cancelled, they have me at a place called Outpost Zero, doing nothing much. Just cataloging things, plants, the occasional animal, but it's mostly ice where I am, so there's not a lot of new stuff to find. Svea and Oren, you know how you get bored when your hover dance teacher makes you practice skills 15 minutes over schedule and it eats up your freestyle time? It's a bit like that. But I have a new roommate, Samantha, a roboticist. You should see her little bangling box. Oren, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they send you if they decide you're too much trouble. I'm kind of glad she's here, though. I was getting lonely.
I'm still trying quietly. I don't want any more trouble to figure out where I went wrong. I was sure. I picked up a distress signal. I was right on top of it, and then it just stopped. What if someone, an architect, is still down there and needs help? I'll be home before I ever get to find out, and it will fall to some future researcher to come and find out, I guess. I hope. But oh, I can't wait to be home with you. When are you going to send me some more art? There's still a patch of bare wall here that could use some color and a touch of genius. I miss you. I love you. I hope you're still proud of me. I'm proud of you. Какое милое послание, родственничка. Считает не Лилиан. Мои дорогие Брайан, Свей и Орен, я считаю дни до того момента, когда я смогу вернуться домой и всех вас обнять, поцеловать и с вами поспать. С тех пор, как мой исследовательский проект отменили, я нахожусь вместе под названием Аванпост 0, занимаясь да особо ничем. Просто каталогизирую всякое растение, иногда животных, а в основном там, где я, лед, да так, что нового мне не найти. Свей и Орн. Вы помните, как вам было скучно, когда учитель гравитанцев заставлял вас практиковаться на 15 минут дольше графика и тем отнимал ваше свободное время? Это что-то похожее. У меня новый сосед по комнате, Саманта, робототехник. Вам надо увидеть ее маленьких роботов-пингвинокрылов. Тебе, Орн, они бы, кстати, понравились. Однако она расстроила начальство. Думаю, они просто отправляют сюда тебя, если думают, что от тебя слишком много проблем. Хотя я в чем-то даже рада, что она здесь. Тут было одиноко. Я все еще пытаюсь потихонечку. Мне больше не нужны неприятности. Узнать, что я сделала не так. Я уверена, что поймала сигнал бедствия. Я была прямо над ним, а затем он просто исчез. Что если кто-то архитектор все еще там внизу и нуждается в помощи? Я окажусь дома раньше, чем узнаю что-либо. И полагаю, это кому-нибудь будущему исследователю доведется прийти и узнать. Но я как жду, не дождусь вернуться домой к вам. Когда вы отправите мне еще шедевры? Тут еще остался свободный кусочек стены, которому срочно необходимы краски и прикосновение гильдии. Включаю, люблю. Надеюсь, все еще мной гордитесь. Я вами лично очень горжусь. Улучшение сейсмического ударника. Доработанные сейсмические ударники довольно полезны. Первые версии были довольно плохие, но эти дают нам почти вдвое больше времени, чтобы исследовать некоторые из богатых минералами наросты. Создаваемыми колебаниями ледяные червями иногда высвобождают некоторые довольно ценные вещи, если вы потратите время на их поиски. Интересно, как вообще все эти минералы были заточены во льдах? Наверное, червями. Ушел рыбачить. О, какая красота. Принскринчик. Слушаем. Tower maintenance log. Okay, this time the birds have really done it. I don't know what they've been eating, but it's corrosive when it comes out the other end. I'm gonna need to rewire. I'm short an element to fabricate the right cable. I remember seeing someone I did that dive to the old ship. I'm gonna go out there and see if I can get some more. That should fix it. Maintenance status in progress. Эх. Ушел рыбачить. Джеремия. Точнее, правильно сказать, вот Джеремия. Журнал техобслуживания башни. Ладно, в этот раз птицы зашли слишком далеко. Не знаю, что они едят, но когда оно выходит из другого конца, оно очень едкое, как мой пот. Мой имеется в виду, наверное. Я имею в виду. Мне придется менять проводку. Мне не хватает элементов для того, чтобы изготовить правильный провод. Я помню, что видел какие-то... Когда нырял тому старому кораблю. Я отправлюсь туда и посмотрю, смогу ли достать еще... Должно сойти для починки, думаю. Статус техобслуживания в процессе. Блин.
Флиртик. Думаю, на прекрасном флирте мы сегодня закончим. Как раз таки, видите, мы уже дошли до конца. Сегодня, значит, будет, получается, все-таки называться именно журналы из... журнал... бортовой журнал Альтеры, так и назову. Ладно, последний у нас флирт. Вот давайте его и изучим. I challenged your spy Pengling to a foot race earlier. Because you got tired of losing to me? Ouch. What if I've been letting you win so I could see you smile? Cute. But I don't believe it. There are easier ways to make someone smile. Easier than losing a foot race? Oh, I think you're a woman with many talents. What are you implying? The artwork that appeared in my lab the other day? Oh, that. A study in Parhelion red. I assume you had something to do with that. That depends. Do you like it? It's beautiful. Like the person who gave it to me. If I didn't know better, I'd say you were flirting with me. Do you know better? I don't know what I know anymore. Not when you're looking at me like that. Ой-ой-ой, красота. Даниэлла. Я бегала на перегонки с твоим пингвинокрылым шпионом. Потому что ты устала, и Сэм на это что ответила? Потому что ты устала мне проигрывать? Прям по-живому. Может, я просто поддавалась, чтобы заставить тебя улыбнуться? Мило, но я тебе не верю. Есть ли более простые способы заставить человека улыбнуться? Проще, чем проиграть в беге на перегонки? О, я думаю, ты полна талантов. Что ты имеешь в виду? Та картина, которая появилась в моей лаборатории пару дней назад. А, это этюд в девственно-красных тонах с моей голой версией, лежащей прямо перед тобой, чтобы ты могла насладиться мною. Я полагаю, ты с ней как-то связана? Может быть. Она тебе понравилась? Это прекрасно, как и то, кто ее, как и тот, кто ее подарил. Если бы я знал, что к чему, то подумал бы, что ты со мной флиртуешь. А ты знаешь, что к чему? А я... Ну, я больше не знаю, что я знаю. Только не тогда, когда ты на меня так смотришь. Жалко, что не показывают, как они смотрят друг на друга и улыбаются. Я бы на это с удовольствием посмотрел бы. Ну, а на сегодня, ребят, мы с вами пока что заканчиваем. Надеюсь, вам понравилась эта часть по изучению мира Сабнафтики, Below Zero, журналы Альтеры. В следующий раз мы с вами изучим журнальчик Сэм и персонал. Наверное, даже... Нет, изучим, наверное, Меркурий. Изучим Меркурий, потому что... Хотя нет, наверное, изучим Сэм и персонал Альтеры. Наверное, так даже сделаем. Потому что Сэм как бы тоже персонал Альтеры. И тут у него есть какие-то записи. Вот так, наверное, сделаем. Ну, а на сегодня мы с вами заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее, как говорится, озвучивание. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, а также группу Discord и ВКонтакте на Devin Art. Все ссылочки найдете в описании. Ну и не забывайте, я озвучиваю каждый комментарий в каждом нашем видео прохождении. Всем до скорой встречи, увидимся в следующем утро на нашем канале. До скорой встречи и пока-пока, еще увидимся! Красота-то какая! Наша акулка прекрасно смотрится.